В настоящий момент оперативная обстановка в Приморском крае складывается следующим образом. В связи со сходом селя в поселке Тимофеевка Ольгинского района затруднено движение внутри населенного пункта. Спасателями МЧС России проводится работа по обустройству деревянных настилов для пеших переходов граждан и работа по расчистке путей для установки линии электропередач. Сотрудниками чрезвычайного ведомства также оказывается адресная помощь населению. Кроме того, для оценки ущерба, причиненного от схода селя, проведена аэровидеосъемка при помощи беспилотного летательного аппарата. Обнаружено место схода селя. В Ольгинском районе дорожными службами восстановлено движение на трех мостах путем отсыпки. Также восстановлено транспортное сообщение между населенными пунктами Кавалерово и Ольга. В Уссурийске сотрудниками МЧС России осуществляется мониторинг паводковой обстановки. В местах возможных подтоплений в районах парка «Зеленый остров», Пушкинского моста и Солдатского озера. В районе Семи ветров проводится откачка воды с придамбового канала для защиты жилого сектора. Ночью на станции Лемичевка проводилась эвакуация подтопленного автомобиля. Пострадавшему населению психологами МЧС России оказывается вся необходимая помощь. Так, в Уссурийске развернут пункт временного размещения в общежитии на улице Блюхера, где на данный момент находится 4 человека, из них 2 детей. В Михайловском районе ситуация стабилизировалась. Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях проводится круглосуточный мониторинг и моделирование поводкоопасной обстановки. Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в режиме «чрезвычайная ситуация». Работает оперативный штаб, куда поступает вся информация. Всего к реагированию привлечено 116 человек, 45 единиц техники и 2 плавсредства. От МЧС России 49 человек и 13 единиц техники и 2 плавсредства.